В народе говорят, что человек, когда он что-то доброе совершает, то свой земной, свой человечий век не менее чем на год продлевает. А потому, чтоб жизнь не подвела, и чтоб прожить вам более столетия, шагайте, люди, избегая зла, и помните, что добрые дела – вернейшая дорога в долголетие. Меня зовут Ирина. Я многодетная мама, у меня трое сыновей, первому 26 лет, второму, первого зовут Алексей, он уехал, конечно, с нами не живет, уже взросленький парень. Второй сыночек, это у нас Данилка, Данилка ходит в 8-ю школу, ему 15 лет, мальчик, он у нас очень общительный. Младшенький у нас Андрюша. Ходим мы тоже в школу, входим в 6-й класс. Они дружные мальчики, друг другу помогают. Ну, естественно, конечно, вместе в компьютере сидят, играют. Вот. Для мамы они помощники. И посуду помоют, и во дворе уберут, и в доме приберутся, и мусор вынесут, и в магазин сходят. Вот. Такие вот у меня хорошие детишечки. Диагноз у Данила – прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. На данный момент это заболевание во всем мире не лечится. Пытаются, да, пытаются найти какое-то лечение, проводятся эксперименты. Сейчас, которые эксперименты проводятся с лекарствами, с гормональными, с какими-то вот уколами, мы ни под одно лечение пока не подходим. Вот. И мы ждем, конечно, что все-таки наука на месте не стоит, что рано или поздно будет какой-то результат касаемо нашего лечения. Но чтобы дождаться этого лечения, наше обязательное условие оставаться на ногах. Если ребенок садится, конечно, уже в коляску, там уже бесполезно что-либо делать. Вот. Поэтому я ищу и прилагаю все силы для того, чтобы найти какую-то реабилитационную клинику, где пройти можно хорошую реабилитацию. Не такую, что просто вот ЛФК, хочется просто расширить еще аспект лечения этого. И я вышла на клинику в провинции Шанси, город Аюань. Там является главой клиники основатель своей методики «Три иглы». Вот, он обучался в Японии. Вот, и имеются положительные отзывы о его лечении. Вот, поэтому хочется поехать туда, там у них траволечение, там у них иглотерапия, теплолечение травами. То есть там другой протокол, вообще не такой, как в России, да? Да, потому совершенно что верно. Другие технологии, совершенно верно, к таким, да, заболеваниям. У нас была видеоконференция с ними, они смотрели, как на данный момент мы выглядим, смотрели, конечно, наши документы медицинские. Они сказали, у нас есть методика, где мы вам сможем помочь, и вы будете даже в лучшем состоянии, чем находитесь сейчас. Вот. Конкретно, конечно, что это все заболевание излечивается, об этом даже речи пока не идет, но наше главное условие, да, это нам хорошая реабилитация, добиться оставаться на ногах. Жизни, совершенно, да? Верно, да. О чем и было сказано, что да, качество жизни у нас улучшится. А что нам еще желать? Чтобы туда поехать, это, конечно, очень дорого. Реабилитолог нам помог, который раньше с нами занимался, он нас вывел на этих китайцев, а дальше уже как бы я уже там сама. Когда первый раз прозвучал этот диагноз, я, честно говоря, в это не верила. Потому что я вычитала, что заболевание это такое, где болеют все мальчики. Угу. Ну, у меня трое сыновей. Почему только один? Не верила в это, что такое может быть. По поколению у нас практически у всех мальчики, тоже ни у кого такого заболевания нет. И я, конечно, в это не верила. Ну, пока уже, естественно, не съездили мы в Москву, еще раз не сдали генетический анализ, еще нас там не посмотрели врачи, действительно, уже этот диагноз был подтвержден. Ну, первый год было очень тяжело это воспринимать, но потом уже все равно остается что делать? Остается с этим жить и бороться. Вот.
хотя бы поддерживать. На данный момент, когда мы об этом заболевании узнали, вообще даже никаких лекарств не было. Испытания, которые проходили, как бы, естественно, никакого результата не давали. А? Сколько было, Данила? В каком это было году? Ну, нам поставили диагноз 3 года, а с 5 лет мы уже сели на гормональную терапию. Это единственный на данный момент препарат гормональный. Мне приходится его заказывать с Германии, потому что там меньше побочных эффектов, чем наши российские препараты. Вот. И вот с 5 лет мы сидим на гормональной терапии, которую, соответственно, с возрастом и с набором массы тела приходится увеличивать. Вот. Ну, вот мы были в 22-м году в Москве, пересдавали, да, вот гормональную терапию, сказали, что появилось новое лекарство, но мы под него не попали. То есть оно вам не подходит? Оно нам не подходит, да. А там ждем разновидность именно генетического кода какого-то? Совершенно верно, там идет делиться ДНК клеток, и тот препарат, который сейчас нашли, он применяется при делициях ДНК в пропусках 47-50, у нас 46-50. Угу. То есть чуть-чуть не попали. А у вас были какие-то симптомы, которые вы замечали в ребенке, понимали, что что-то не то? Думали, ну, может быть, у него ДЦП, может быть, еще что-то? Ну, во-первых, ваши предположения какие-то, все как бы началось с рождения Данила. Вот. Родился он... Его сразу забрали в реанимацию. Потом нас перевели через неделю в больницу, и там все это началось. Вроде как бы обычно сначала там желтушка это, а потом у нас анализы АЛТ, АСТ меньше не становятся. И, в принципе, нас как бы выписали с механической желтушкой, каких только диагнозов у нас не было, и хронический гепатит. Когда мы искали причину, мы поехали в Москву к гепатологу, как бы искать, как нам сказали, рожденный гепатит. А были мы у гепатолога, она посмотрела наши анализы, и она нам назначила, это первый врач, который сказал, сдавайте КФК. Когда мы сдали это КФК, она уже под вопросом поставила нам анализ, под вопросом диагноз поставила миопатия Дюшена. Мы приехали в Ставрополь. В Ставрополе уже сдали по ее рекомендации на ДНК анализ, где действительно уже это подтвердился диагноз. Ну и дальше пошло у нас уже Москва, запросы в Москву, анализы уже мы отсылали, они нам делали вызов. Ну и вот так вот получается, мы через год, через два сейчас ездим. Ездим, обходим врачей, то есть мы стоим на учете кардиолог, невропатолог, окулист, эндокринолог. Это наши вот главные врачи, которых мы стоим на, наблюдаемся. И, естественно, мы периодически, нам назначения меняются. Ну и дома мы уже эту терапию проводим. А реабилитацию, здесь реабилитацию у нас хороший реабилитационный центр. Руководитель этого центра подобрал очень хороших реабилитологов. Вот, и мы каждодневную реабилитацию проходим там. Вот. Если бы не эта реабилитация, неизвестно, что бы он был с нами. Вот. Ежедневные растяжки, ежедневные нужны хождения на дорожке, упражнения на дыхание. Это вот самые главные атрибуты, которые нам нужны. Данил болеет коварным заболеванием миопатии Дюшена. То есть это генетическое заболевание, которое требует особого ухода, особо подобранной физкультуры. Это нестандартное заболевание и нестандартная лечебная физкультура. В плане медикаментозного лечения они наблюдаются в НИИ педиатрии в Москве. А в плане физической реабилитации они приходят к нам сюда в течение вот уже скоро 5 лет будет, они добросовестно посещают наш центр, и мы занимаемся здесь с ним именно физической реабилитацией, что характеризует ежедневное занятие. И как врачи нам советуют,
нам нужно обязательно заниматься растяжкой всех крупных суставов и мелких суставов. Сейчас, на данный момент, я скажу так, что мы с этой задачей справляемся в плане физической реабилитации. Мы делаем все, что ему надо. И он, я бы даже оценил его, учитывая его возраст и заболевания, на твердую пятерку. Но родитель, мать хочет попробовать лечение в Китае, и они хотят туда улететь и получить там, подчеркну, медикаментозное лечение, именно традиционную китайскую медицину. Другое. А Данил, он какой вообще по характеру? Он боец или через «не хочу» делает? Вот в течение 5 лет я ни разу не наблюдал, чтобы он где-то заплакал или что-то. Я не преувеличиваю, скажу как есть. Он ходит и стремится выздороветь, хочет быть тоже в числе здоровых детей. И по характеру точно его можно назвать бойцом. То есть болезнь, она на что конкретно влияет? Название длинное, сложное? Болезнь, если брать, это болезнь мышц. Наш организм полностью состоит из мышечной системы. Соответственно, при прогрессировании этого заболевания страдает вся мышечная система. То есть это и сердце, это и легкие, это и опорно-двигательный аппарат. То есть весь организм, состоящий из мышц. Прогноз, конечно, неблагоприятный. У нас все было нормально, он и рано вовремя пошел. Он и сидеть, ну, как бы дети садятся, я не помню, сколько там, в 4,5 месяца, по-моему, он сел, это, в принципе, нормально. Это рано. Это рано, да? Да, сейчас даже считается, подушечка. Что раньше семьи не надо присаживать там, да. Подушечку. Нет, все не это надо. Было вовремя, я уже после не буду, времени. Конечно, это уточнять всего. Садился он вовремя, пошел он вовремя разговаривать, он даже по сравнению с старшим раньше начал. То есть никаких абсолютно таких вот симптомов не было на заболевание. Искали мы, почему у нас повышены были анализы. Не именно в норме. Анализы да, именно анализы нас смущали, да. Пытались найти, в чем же все-таки причина. Потом уже, конечно, начала обращать, когда начали врачи вопросы задавать. Да, мы просимся на ручки. Данечка, да ты ж иди по городу гуляй. Чаще встает, да? Да. Нет, я хочу на ручки, я устал. Потом я уже, конечно, это начала понимать. Когда вроде бы бежит, упал. Ну, подумаешь, ребенок же. Ну, бегает, ну, упал. Это у нас довольно-таки часто происходило. Но особого значения мы этому не придавали. Потом уже начали обращать внимание. Это тогда, когда уже врачи сказали, есть у вас такое или нет. Наблюдается, да, наблюдается. То есть начинаешь понимать, что со старшим, например, такого не было так часто, а с этим, да. Люди обращали внимание, оно же, когда мышцы заменяются жировой тканью, на икроножные мышцы заменяются жировой тканью, и, соответственно, мышцы увеличиваются, растут икры, да. И нам всегда подходили и говорили, какой спортивный мальчик, а каким видом спорта он занимается? Ну, люди-то не понимают, почему у нас эти мышцы. Ну, мы, конечно, не объясняли. Вот, да, вот увеличение икроножных мышц идет. Это тоже признак заболевания. Это признак, да. То время, когда вы узнали, то есть это там где-то 2012-2013 год, когда вы поиски. В интернете же еще не было такой информации. Откуда вы вообще все это черпали? Только ездя по центрам, узнавая у разных врачей, добиваясь результатов каких-то по анализам, почему-то, откуда вообще вы брали информацию? То есть такая редкая болезнь, там на один на много тысяч, да, детей. Да, совершенно верно. Ну, первая моя информация... Естественно, когда мы начали искать причину, естественно, у нас был дом книги в помощь. Я начала собирать литературу. Да, первый раз, конечно, я этот диагноз вычитала там. Вот. Но ну, это там... было изученное заболевание или мало? Нет, это были, это, там было, просто описывалось болезни и последствия этой болезни. Вот. Ну, соответственно, дальше начала искать. Ну, а потом уже появился у нас интернет. Ну и в интернете началось, конечно, я искала эту информацию. И чем дальше, тем, конечно, больше. Сейчас уже более-менее эта болезнь становится, ну, не,
не могу сказать, популярная, известная, так что ли. Да, да, наверное, за счет. Известная, да, за счет этого. В принципе, у нас существует как бы и путинская программа. Это у нас орфанное заболевание. Туда вот в путинскую программу существует фонд «Круг добра», где как бы мы входим в муковисцидоз, и наши заболевания входят. Но они... Вот я звонила в «Круг добра», говорю, чем вы можете нам помочь? Они говорят, если у вас есть какие-то назначения, какой-то препарат назначенный, мы вам его будем покупать, вы будете лечиться. Но на данный момент у нас такого препарата не существует. Вот, и поэтому приходится только сидеть на гормональной терапии. Соответственно, конечно, но тоже есть побочки. Вот у нас мы только вот в больнице были, неделю назад выписались. Побочный эффект – это, конечно, катаракты. Вот у нас сейчас катаракты на оба глаза. Ну, во всяком случае, мы меньше в весе набираем, меньше желудок страдает у нас, чем какие-то другие препараты. Вам требуется какая-то вот диета, питание особенное или нет ограничений? Ну, диета, в принципе, Данил, он прекрасно понимает, что наш враг – это мучное, что нам поправляться нельзя. Он старается себя ограничивать. Я иногда так вот смотрю, он говорит, мне ж это нельзя, но я хоть там чуть-чуть. Много он не кушает. Он старается все-таки сдерживать, чтобы эту массу мы не набирали. А у вас были какие-то сомнения, что вам поставили диагноз неверный, что вот что-то здесь не так, и не может быть такого, что от моего ребенка такой диагноз? Ну, наверное, в принципе, эти сомнения, как всегда, порождало чувство, что такого не может быть в нашей семье и с моим ребенком. Вот. Но это было, честно говоря, недолго, пока один раз, второй раз не подтвердились эти анализы, пока я действительно начала обращать внимание на его неповедение, как и на его быту, как он себя ведет, как он садится, как он встает с пола, как он ходит. Естественно, я по мере изучения этого заболевания... Там же смотришь, не только не читаешь, там же ты смотришь видео, где показывают, как развивается такой ребенок, и ты сравниваешь со своим ребенком, и уже, конечно, не оставалось сомнений никаких, что именно это заболевание у нас и есть. Какая ваша главная цель сейчас? Ой, ну какая у мамы может быть цель? Конечно, чтобы ребенок его мамы вылечился, чтобы находился, естественно, он в движении. Я хочу, конечно, поехать. Вот почему я хочу поехать в Китай? Потому что у меня почему-то надежда вся на это иглоукалывание. Потому что в свое время я проходила. В принципе, сейчас Дальний Восток ездит лечиться в Китай. Вот. И я смотрю, и в Москве сейчас туры организовывают лечебные. Если он садится на пол, ему очень сложно подняться. То есть ему нужна какая-то точка опоры, чтобы встать. Если он идет по ступенькам, опять-таки ему нужно вот хвататься за что-то, чтобы прилагать усилия, чтобы себя подтягивать и идти по этим ступенечкам. Если приседания, как таковые приседания у нас, он не может сидеть на корточках. Это при этом заболевания невозможно, они падают. Вот. Ну да, как бы ограничения в движениях своеобразные у них идут. Вот как вы вообще Дане объяснили, что вот у него такой вот особенный, так скажем, диагноз? Просто он жил в больницах, вы много ездили обследовались, и он как-то к этому привык. Да. Или вы сели, поговорили, так вот смотри. Нет, мы во-первых, во-первых, мы ездили в Москву, мы лежали в таком отделении, где точно такие же детки находятся. Он видел, как детки ходят. Он видел этих деток в колясках. Он видел, как выворачивают ручки-ножки, как выворачивает спинку этих деток. Он задавал вопросы, я ему объясняла. Вот. И я ему все время говорила, Данечка, вот ты понимаешь, мы вовремя этот диагноз узнали, поставили нам этот диагноз, мы вовремя начали лечение, и нам дальше надо усердно продолжать лечиться. Ты не должен лениться, ты должен спать в ночных ортезах, как тебе сказали. Да, я понимаю, что это очень жесткое, что это очень неудобно, но что делать? Ну, иногда бывает, я ему там отдохнуть даю, стараемся в них спать, конечно. То есть занятие ЛФК усердно, это...
Почему опять-таки мы пошли в реабилитационный центр? Во-первых, заниматься дома, ну, я это пыталась делать. Вот, честно говоря, для меня это очень сложно. В 2014 году трагически погиб папа моих детей, естественно, мой муж. И с этого момента мне приходится все тащить на своих плечах. И работу, и дом, и занятия с Данилом, и школу. В общем, как можем, так выкручиваемся. Ну, свекровь приходит, помогает с детьми где-то там брать, где-то постирать, где-то детишек покормить. Но так стараюсь в основном сама, потому что свекровь у меня уже в возрасте. Да, мотивация может быть только одна – это здоровье ребенка. Это чтобы у меня ребенок рос так же, как и все дети. Ему хочется так же куда-то поехать, ему хочется так же отдыхать, ему точно так же хочется где-то участвовать. И я стараюсь, чтобы он ни в чем себя совершенно ущемленным не чувствовал. У тебя была черная кошечка, как ее зовут? Багирка. А кто у тебя еще есть? И еще есть рыжик и, ну, в принципе, тоже любимец, бегемот. Это пес? Нет, это кот. Это кот-бегемот. Ты ходишь на занятия с реабилитологом. Тебе тяжело с ним заниматься? Не больно тебе заниматься? Ну, бывает, что иногда лень. Но ты знаешь, что тебе надо идти? Ну, лень нет. Скучно, да. На занятиях бывает скучно? Ну, потому что целый час на дорожке ходить, причем почти что одному. Ты слушаешь музыку в этот момент? Какую музыку ты любишь? А, когда на дорожке хожу, так нет. Ну, дома я играю и слушаю музыку, да. А так на занятиях нет. А у тебя есть любимая музыка? Да. Что ты любишь слушать? Об этом лучше не говорить. А, это такая тяжелая музыка, не все ее знают. Да. Вот у тебя такая мама, молодец, она старается, все для тебя делает, помогает тебе во всем. А можешь ее описать тремя какими-то словами? Какая она, твоя мама? Добрая, красивая, почти всегда молодая. Почему почти всегда? Не знаю. Ну, то есть она у тебя добрая, красивая, молодая. Угу. А она сильная? Да. Сильная? Она тебе во всем помогает? Да. А если мама расстраивается, ты ее можешь поддержать? Или она тебя больше поддерживает? А вот если бы ты поймал золотую рыбку, какие три желания ты бы загадал? Вылечиться от этой болячки, чтобы мама всегда была молодой и много-много денег. Мне нравится твоя последовательность. Для тебя молодость мамы важнее, чем много денег, правильно? Что мама молодая, здоровая и счастливая. Ну, ты любишь строить. У тебя какое увлечение? Расскажи нам о своем увлечении. Я люблю строить разные модели из лего-техник. Это... Тоже, по-моему, из лего-техник. Ты долго времени собираешь такие конструкции? У тебя легко получается? 40 минут максимум. Поэтому ты хочешь стать строителем, да? Тебе нравится? Ну, архитектором, скорее. Все-таки проектировать дома или, да? Ну, может, конструктором машин. Очень интересно. А что бы ты мог пожелать ребятам, которые вот столкнулись с какой-то редкой болезнью, такой, как у тебя, или, может быть, с какой-то другой? Очень много редких болезней сейчас часто везде об этом пишут. У тебя есть какое-то вот пожелание, которое бы ты сказала, поддержать бы ребят? Ну да, в принципе. Чтобы они никогда не унывали и, ну, поменьше думали об этой болячке. Мы верим в добрых людей, которые помогут нам закрыть сбор для прохождения реабилитации и поддерживающей терапии в Китае. Всем заранее спасибо!